В Ульяновске продолжаются работы по восстановлению дороги к Императорскому мосту. Напомним, 5 апреля из-за подмыва грунтовых вод произошел обвал дорожного полотна трехполосной проезжей части по улице Спуск Степана Разина. Для ликвидации последствий оползня из резервного фонда регионального правительства и городской администрации было выделено 25 миллионов рублей. Для принятия окончательного проектного решения в настоящее время ведутся геологические работы. Сейчас мы приступили, как раз уже работаем по второму этапу, это строительство, восстановление дренажной системы подземного склона. И уже выполнено 100 метров дренажных, коллектора дренажного основного, который подойдет от Капской штольни, который вот здесь заброшен. И далее будут делаться дренажные прорези, то есть цель это убрать воду грунтовую, чтобы потом приступить к восстановлению дороги. Восстановление самой дороги грузовой восьмерки планируется начать в октябре этого года, чтобы успеть к зимнему периоду. Однако же специалисты заявляют, что многое зависит и от погоды, которая в последнее время богата на дожди и грозы. Сегодня мы из 7 скважин, 5 скважин уже пробурили по плато вот этого вот склона для того, чтобы определить. Как только мы определяем полностью, где у нас находится и на какой глубине лежит основное вот плато, как я уже говорю, мы начинаем уже инженерные работы. На ремонт дороги городу необходимо 70 миллионов рублей. При этом одна половина суммы уйдет на восстановление дренажной системы, а вторая – на восстановление самой дороги. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.